Ребята, всем огромный привет! Ну что, у нас заканчивается матч событий выходного дня в событии героя. И надо его довести до победы. И сейчас посмотрим, какие в событии героя нам подготовили призы за победы в этих матчах выходного дня. Ну что, ждем. Ждем награду. Так, любопытненько. Так, это у нас кумиры из Аргентины, нападающие. Кто же это может быть? Карлос Тевес. Ну, очень не густо, скажем так. Бывало и лучше. Ну что, и давайте тогда сыграем еще и ежедневное испытание героев. Чуть попозже. Сейчас я тогда пройду его и также включимся, посмотрим, какая там награда нам достанется. Так, ну что, заканчивается дополнительное время матча ежедневного испытания. Что-то как-то здесь не удавалось забить быстрый гол. Ну ладно, смотрим, какой здесь подарок нам достанется. Так, ну здесь даже без волкаута совсем ничего интересного. Так, ну и что еще можно сегодня здесь? Ну, во-первых, сейчас сыграем матч в режиме тренера. Там очень интересная сложилась ситуация. Ну, давайте откроем. Здесь у меня накопились всякие призы. Так, ну это ежедневный набор героев. Здесь ничего интересного быть не может. Так, а вот ультранабор еженедельный. Давайте откроем, посмотрим, что тут в ультранаборе нам приготовили. Так, ну, Лига Чемпионов. Здесь ничего, наверное, дорогостоящего быть не может. Да, Аспиликуэта. Но там есть Алаба и Демаркос. Ну, считай, по миллиону, ладно, пригодятся. Пригодятся. Так. Наверное, больше открыть-то особо и нечего пока. Ну и теперь давайте я расскажу про режим тренера. Так, сейчас эта штука будет постоянно выскакивать. Давайте кого-нибудь протренируем, чтобы... чтобы не выскакивало это предупреждение. Что такое? Так, Филиппа Лама давайте протренируем. Что про режим тренера? Да, играл сегодня матчи. Очень начал красиво выигрывать в новом дивизионе, в который мы вышли в предыдущем видео. Это дивизион Легенда 2. Было 3 победы и 1 ничья. Просто легко. А потом что-то произошло. Команда просто перестала играть. Потерпела 4 поражения. 0-3, 0-2. Ни одного момента за 4 игры просто. Ни одного гола. Ничего не получалось. Поменял я состав. Видели другую... поставил расстановку 4-2-2-2. Удалось выиграть 2-1. Еле-еле.
И получилась такая ситуация, что надо набрать одно очко в заключительной игре этого дивизиона, чтобы сохранить прописку. Вот так вот. После хорошего начала, после того, как мы все дивизионы три подряд прошли с первого раза, вот теперь можем вылететь снова в дивизион Легенда 3, чего очень не хотелось бы. Ух ты, я забыл состав поменять перед игрой. Ай-яй-яй. Ладно, уже нажал, сейчас... Сейчас будет... Важнейший матч. Короче, ничья нам нужна минимум. Да, состав игроков забыл поставить рейтинговых. Ха-ха, в состав. Интересно, что сейчас получится. Ну, поехали, смотрим. Это у меня был состав для равной игры. Невнимательно не посмотрел перед игрой. Ну, поехали. Вдруг и этим составом сможем добиться результата. Так, 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 так. Пелени пошел на хороший отскок. Так, и у нас соперник начинает свою атаку. Наката, Барелла, Фернандо Торрес. Пошел, пошел в угол левого фланга, но отобрал у него мяч Дюмфрис. Снова мяч у Фернандо Торреса. Пас на Накату. Так, ну вот, не да, ребят, не давайте мне спасаться, сейчас же выведут кого-нибудь на ударную позицию. Это вывели Сабаслай, да, начало не очень хорошее. В первой же атаке нам забили гол. Так. Да, неужели вот эта моя поспешность в начале, к началу, к старту матча подведет. Ну ладно, игроки все равно все умелые, несмотря на рейтинг. Я думаю, есть шанс у нас отыграться. Смотрим дальше. Так, Мбаппе, Лам. Так, что Филипп придумает? Развернулся. Навес в штрафную на Гуллита. Бороться дальше, ребята! Ай-яй-яй-яй-яй. Если сейчас второй пропустить, вообще будет тяжело отыграться за оставшееся время. Так, ну возвращается вроде более-менее вся бригада игроков. Ах, что ты остановился-то? Ох, тут Лам сначала притормозил, но потом перехватил мяч. Так, ну контратака будет. Да куда назад-то? Что происходит? Вот примерно так же у нас те четыре поражения. Ничего не получалось, ни точных пасов, ни ударов. Что было с командой, непонятно. Так, ну будет подбор. Так, Куман пошел вперед, это всегда радует. Но навешивай время. Так, ну давайте, давайте, давайте. Давайте нашего реактивного забивного Холланда выпустим. Мостовой там зачем-то упал, но поднялся, отобрал. Так, ребята, вперед. Вперед. Так, Мбаппе. На Гуллита. И хорошо, Рут Гуллит. 1-1. Прекрасно. И, кстати, Рут Гуллит после этого забитого мяча, наверное, уйдет на замену. Там у нас уже Холланд ждет выхода. Так, отлично сравняли. Буквально первый наш опасный момент. Да, Гуллит ушел, Холланд вышел. Так, ну теперь главное внимательно в обороне. Собирался я уже менять на тактику атаку. Думал, если сейчас в этой атаке не забьем, надо уже рисковать. Но вроде сравняли, теперь... Ну теперь не давать бить, ребята, внимательно. Туре сейчас пробьет. Наката, отлично, отобрал Райкард. И беги вперед, Фрэнк. Пошел, 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 пас на Пеле. Пеле разгоняется. Пас на Холланда. Давай, Эрлинг. Давай. Ух ты, здорово придумал! Холод Мбаппе, связка работает. Прекрасно, ну прекрасно. Волнительный был, конечно, момент после пропущенного гола. И то, что потом мало что получалось, но вроде заиграли, заиграли. Ну что, 20 минут.
Очко надо набрать, чтобы сохранить прописку в дивизионе «Легенда 2». И, похоже, есть большая вероятность, что прописку мы в этом дивизионе сохраним. Правда, рано, наверное, итоги подводить. Выноси. Так, это Дэвис. Вот это подарок! Вот это подарок! Ребята, что происходит? Да... Я, конечно, тут рановато начал подводить итоги. Здесь просто подарили мяч. Сначала Куман, Лам и просто скинул мяч на игрока соперника. Да, сейчас будут волнительные 10 минут. Ой-ой-ой-ой-ой, поехали, ладно. Ой, что это было? Ну что происходит? Ребята, все было прекрасно. Внимательно, 5 минут. 4. Не дать пробить! Не дать пробить! Ты что? Ну, встречаем. Ну где прессинг же? Стоит у нас в тактике прессинг. Так, Тапсоба спас команду. Сейчас бы кто-нибудь пушку свою бы зарядил у соперника. Да, ну вот так вот. Никогда раньше времени не надо подводить итоги. Да, вот такой непростой получился этот, ну, как сказать, сезон в дивизионе. Начали прекрасно, потом 4 поражения подряд. Но затем победа и ничья, и сохранено место в дивизионе «Легенда 2». Ну, что, всем спасибо за внимание. И такие бывают времена, когда приходится подскакивать. Что, будем пробовать снова брать этот дивизион? Игра-то получается, но не всегда. Всем спасибо за внимание. Смотрите наши трансляции, играйте в ФК Мобайл. Всем пока.